Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 42, упражнение номер 21. Проверь, что эти примеры круговые. 21 плюс 17. 20 плюс 10 равно 30. 1 плюс 7 равно 8. 38. Следующий пример у нас будет 38 минус 6. 8 минус 6 равно 2. 32. Следующий пример 32 плюс 8. 2 плюс 8 равно 10. И 30 плюс 10 равно 40. Следующий пример у нас, значит, будет 40 плюс 20, это равно 60. Следующий пример 60 минус 7. 60 – это 50 и 10. 10 минус 7 равно 3. 53. 53 минус 50, следующий пример, это получится равно 3. 3 плюс 20 равно 23. Значит, следующий пример 23 плюс 10. 20 плюс 10 равно 30. 30 плюс 3 равно 33. 33 минус 12. 30 минус 10 равно 20. 3 минус 2 равно 1. 21. И мы опять вернулись к первому примеру. Значит, действительно, эти примеры являются круговыми. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.